Я снова в лесу, веду репортаж с опушки леса. Здесь два белых гриба нашла. Вот они спрятались. Спрятались вот в таком хвоще. Но я-то знаю, где их искать. А как-то один раз в лесу встретили старушку. Были мы тогда лет на 15 моложе. Но суть в чем? Мы собирали грибы и все спешили, спешили побыстрее найти, побольше. Вот. А бабушка такая с клюкой, не торопясь, ходит, собирает, собачка рядом с ней бегает, такая тоже дружелюбная. И бабушка остановилась, смотрит на нас и говорит: «Деточки, ну не спешите вы, для каждого свой грибок найдется». И вот сейчас, вспоминая ее, спустя 15, наверное, лет, вспоминая ее слова, я действительно понимаю, что придя на полянку, нужно быть очень внимательным и обязательно найдешь свой грибок, несмотря на то, что вот кажется уже вот все выбрано, вот здесь ничего нет, а посмотришь, вот он, вон он травки виднеется, по другим кустикам тоже будут виднеться, вот он маленький рыжеет. Вот так вот.